Ну чё, а к чему это Дэнни про 20 лет? Потому что этот выпуск в их честь. О, 20-й выпуск! Сюда! Выпуск номер 20. Тася, я тебе в любом случае расскажу о правилах. Потому что даже если ты видела, все равно лучше напомнить, чтобы потом не было вопросов в процессе игры. Да, потом да. Я расскажу про топоры и мечи. Нет, здесь их не будет. Короче, так, все просто на самом деле. Шоу довольно быстрое, займет минут 20-30. Всего 7 раундов. Каждый раунд — это денежная сумма. Начнем с 200 рублей. 200 рублей, думаю, тебе не понадобится, да ее очень легко заработать. А закончить можем 8000. Это хорошая сумма. Можно сходить в стрипуху и взять приват. Спасибо, Квихантик, за рейд большое. Спасибо. Как это Танос говорит, сощелкает. Соответственно, каждый раунд — это отдельное задание. Первый раунд ты проходишь 100%, потому что у тебя 7 вопросов, неважно, правильно ты неправильно на них ответишь, он заканчивается. А вот в остальных раундах, если ты будешь неправильно отвечать, то за каждый неправильный ответ ты будешь терять время. На всю игру у тебя 1000 секунд. Если ты отвечаешь неправильно, минус 25 секунд за неверный ответ. Вот, поэтому тебе нужно очень внимательно следить за временем, чтобы оно не кончилось. Потому что как только оно кончается, ты услышишь звонок, и это будет говорить о том, что игра окончена. А также имей в виду, что тебе нужно оставить какое-то количество времени на вывод денег, потому что деньги здесь просто так не выводятся. Для того, чтобы вывести деньги, это нужно пройти отдельный раунд. О котором я расскажу... А вот почему скам-шоу? Ну, о котором я расскажу как раз в тот момент, когда мы будем выводить деньги. Вот, когда счетчик будет. Если такое будет. Тася, в принципе, ты все поняла. Есть какие-то вопросы? Да. Потому нет, вопросов нет. Потому что, когда мы вступим на первый раунд, назад дороги не будет уже. Назад дорога сейчас будет... сейчас она только... есть. Сейчас ты можешь сказать, ну его нахуй. Вовнуть дорогу просто и все. А если начинаем, все, 1000 секунд, и только через 1000 секунд мы узнаем, что произойдет. Ага, да, я готова. Ну, отлично. Yes, sir. Отлично. Ух, погнали. Тогда первый раунд. Привет. Да, я распишусь. Спасибо, чувачок, за двадцаточку. Спасибо. Переживаю слегка что-то. А что ты переживаешь? Это же не своя игра, все нормально, здесь топоров нет. Да. И видосов тоже. Видосы, блядь. Я думал, я в оморок упаду в тот момент. Это просто. Да, все нормально, что-то это бывает. Косяки всегда. Ну, не косяки, точнее, а такие моменты есть, это рабочие. Все, если было идеально, то не было бы ошибок, а на ошибках учатся. Благодаря ошибкам становится сильнее. Прежде чем зажглась лампочка, 1000 раз она не зажглась. Слишком много мотивации, Тася, да? Погнали. Тася такая сидит. А, это вы не напрягали обстановку? Это мотивация была? Это да. Как контраст. Раунд-контраст. Суть раунда такова, что фильм, в котором играли квиддичи, это и те нужно... Гарри Поттер. Ну, это пример, да, пока. То есть, да, ты бы ответила правильно на этот вопрос. «Возвращение короля» — это один из фильмов, и опять выбираешь между двумя вариантами. «Гарри Поттер» или «Властелин колец». Таких 7 вопросов будет. То есть, вопросы будут меняться, варианты ответа всегда одни и те же. Тебе нужно будет между двумя выбирать просто постоянно. Поняла? Ну, ты сейчас увидишь. Да, поняла. А там про фильмы что-то будет? А как повезет, Тася, как повезет. Тут бывает не только про фильмы. Система рандомно отбирает вопросы из интернета. Ну, я тебе подобрал пару вопросов. Там будет вопрос, связанный с алкоголем. Ты пьешь, Тася? Что-то не слышно. Нет. Нет? А. Блин, тогда я сделал неправильный выбор. Тогда нет, точнее правильный выбор, потому что тебе будет сложнее ответить. Не-не-не, там просто, видимо, микрофон немного, это шумодав. У Максидира же, блядь, он же стримеров смотрит, но не знает, что шумодав надо отключать, да? Ничего не пишет, ладно. Да ладно, нормально, все слышно. Так, Тась, 1000 секунд мы тебя начислили. Ага. 1000 секунд мы тебя начислили. Угу. Ты готова? А волнение да? Есть, кстати, я смотрю, ты просто очень волнение, спокойно. Волнение, да меня трясет, вы такую музыку еще включили, нагнетаете. Да? Ну, брось ты, что это развлекательное шоу исключительно для позитивных эмоций и хорошего начала дня. Поехали, первый раунд. Кстати, раунд ты можешь всегда посмотреть заранее. То есть ты можешь сказать, давай посмотрим второй раунд, например, такая посмотришь, ой, не, ну его нахрен, и все. И идти на вывод. Хорошо. Да. Все, поехали, первый раунд. Ой, Седаева. В этом городе больше университетов, Москва, Санкт-Петербург. Мне кажется, в Санкт-Петербурге. Верно. В этом городе плотность населения выше. Москва, Санкт-Петербург. Москва. Верно. В этом городе уровень безработицы выше. Москва, Санкт-Петербург. Москва. Неверно. А, в этом городе больше музеев. Санкт-Петербург. Верно. В этом городе больше спортивных стадионов. Москва или Санкт-Петербург. Верно.
В этом городе количество станций метрополитена больше. Москва, Санкт-Петербург. Москва. Верно. В этом городе средний возраст населения выше. Москва или Санкт-Петербург? Санкт-Петербург. Конечно. Отлично. Пенсия город, поэтому я и здесь. Крокодил, спасибо за подписку большое. Слушай, а ты что-то, я смотрю, на мотивации, да? 935, всего 65 секунд. Это очень быстро. Одна ошибка, как все, если бы не ошибка, ты вообще за 50 секунд все прошла. Да даже за 40. Так, фиксирую. Тупая шутка очень. Быстро. Стелька. 35 поговорим, понял? А пока в 15 лет сиди и не говори так. Вот. Короче. Мне говорят, выводи. Не-не-не, не слушай. А ты у тебя чат открыт, не подглядывай только. Они могут правильные ответы давать. А, все, все, понял. Вот. Возьмем старый наёбщик. Тач, ну в первый раунд вообще изи, мне кажется, ты сейчас так как по маслу и пойдешь. Это знаешь, как на американской горке катиться, ты уже наверх залезла и сейчас вниз просто покачешься по накатанной. Да, да, чем выше залазишь, тем больнее падает, Дмитрий. Согласен, согласен, здесь две стороны медали. Ну что, второй раунд идем? Давай посмотрим, идем. Что за раунд. Давайте. Декодер. Данные продукты, например, продукты, да, или какая-то другая тема. И перепутанные буквы, слова с перепутанными буквами. Тебе нужно взять и просто составить из букв слово, то есть поставить их в правильном порядке. Можешь делать это в любом вообще, в любой последовательности. Можешь пятое слово сразу сказать, третье, четвертое. Главное, чтобы все пять слов были собраны. А также есть подсказка. Подсказка стоит 25 ударов. А подсказка сужает немножечко тему. И что тебе может позволить, ну, не знаю, более узко мыслить, да, и, соответственно, там, лишние слова не перебирать, которые тебе не нужны. Я люблю, знаете, широко мыслить. Согласен. Поэтому, ну, просто имею в виду, что у тебя есть подсказка. Ага. Вот. Ни в коем случае это 25 рублей. Не принуждаю ее брать, да, ни в коем случае. Минус 25 минут, минут у нас. Пока, ой, секунду, минус 25 минут, сразу проигрыш. Дикс, ты заебал в чат палить, хоть где-то сыграй честно. В смысле так? А что я в чат? Я ведущий, я могу что угодно делать. Алло. Так, начисляем 935 твоих секунд. Кстати, забавный, любопытный факт, ребят, что в числе 935 есть цифры моего возраста. Тася, ты готова на второй раунд? Да. Поехали. Дим, нам нужно прерваться на секунду. Что-то пошло не так. Посрать хочешь пойти лишь? Нет, скрой трансляцию. Сейчас. Скрыл. Цифры видишь, и ты, вы их не должны видеть. Да бог с ним. А что это? Просто цифры и все. Это не просто цифры. А что это? Это время? Сейчас. А что за фигня? Что-то произошло. Что-то не так произошло. Ждем. Фига себе у Таси аватарка. Тася, это ты уже аватарку Макси Диру поменяла? Нет. А кто это? Максидир. А кто это? Удары в минуту? Не-не, нормально все. Все нормально. Сейчас ждем. Не, это удары, но когда начнется раунд. Сейчас. Это Якубчука. Я когда сидела на Баду на стриме, мне открылась моя геолокация. А, да ладно. Да, у меня был пиковый там онлайн. Да. Офигеть. И что, гости были? У меня под домом стояло на несколько 12-летних детей больше. А у тебя прям, ну, снайпит вот ребята из ТикТока, вот, не знаю. Ну, из ТикТока, да. Ну, мой адрес просто в ТикТоке постоянно пишет. А, да? Офигеть. Ну, слушай, да. Ну, это, с другой стороны, прикольно. Можно просто просить, завтрак всегда будут приносить утром. Так да? Попробуй сейчас. Ну да, это же лайфхак такой. Если бы я был девушкой, например, и у меня бы были поклонники, я бы просто, ребят, хочу кушать, и кушать нечего. Вот. Так, есть 60 цифр? Люблю рисовую кашу утром. Нету? Все отлично. Все нормально, да. 935 нормально. Ударов. Я умею варить рисовую кашу, если что. Опа, хорошо, это бонус. Это бонус, но за него секунды мы не накинем, Тася. За него секунды, к сожалению, не накинем. Ну что, Дэнни, мы готовы? Да. Все работает? Да. Человек пишет, я умею варить мед. Осуждаю. Мед? Осуждаю. Мед, может, умеет. А, мед? Ё-моё, мед. Я что-то не прочитал не так. Мед, извиняюсь, да. Поехали. А что за клип «Пропуск в трусики»? А, ну ладно, сейчас после этого раунда. Тася, зима! Зима, ты любишь зиму? Говори цифру и слово. Цифру и слово. А что с зимой может быть, что? Кого?
большое комп... Кого? Это что за слова такие? Эвиаб... Ты можешь какое-то одно слово сначала попытаться собрать. Если что, есть подсказка, ты можешь судить категорию поиска. Да, подсказку. Подсказку берем. 20 минус 25. Новый год. А вот это третье, это фейерверк? Верно. Ты можешь спокойно, ты все слова знаешь абсолютно точно. Просто спокойненько каждое слово. А чё они такие длинные? Может, я покороче люблю, это что такое вообще? Ну, они длинные. А можно скипнуть этот раунд? Это какой-то нет, я тебе могу помочь, но просто второе ты точно ешь. Ты никогда не спала там. А. Ну, это салат, это салат такой. А, салат. Оливье? Ну вот, видишь. А, мандарины. О, пошло дело. Что еще в Новый год? Пробочка-то открылась. Все, просто. Блин, если первая буква хотя бы была. Так первая и есть. Хорошо, очень длинные слова. Ну, карты, что, боже, это может быть? Р, А, Т. А, может... А я не знаю, на Украине же есть такое тоже, наверное, по-любому. Что у вас 12 часов происходит? Куранты! Куранты! Херачат. Вот. И пятое, без подсказок, пятое ты точно знаешь, просто попробуй перебирать буквы. Ну, 100% знаешь. Там даже если... Хорошо. Ты даже если его прочитаешь, ты, в принципе, ассоциация с правильным словом у тебя будет. Ага. Шоэ кам... Шоэ кам... П... Мнас. Шоэ кампнас. Шоэ кампнас? Вот такое. Чин-чин. Чин-чин? Чин-чин. Чин-чин? Такое шипящее... Может, на руках что-то? Шипящее, бурлящее. Шампанское, шампанское! С Новым годом, друзья! С Новым годом, чатик! Почему чин-чин? Ну, типа чин-чин, как это, в Китае, по-моему, или где-то, говорят, чин-чин, чин-чин. Ну, я в Китае, когда был в клубе, к нам девчонки подсели, они говорят, чин-чин, я говорю, чин-чин. А что за клуб был? Какой-то клуб, ну, прикольный, но в Китае, я не помню его название. Вот. Ну, клуб в Китае. Ну, мы просто ушли в туалет, короче, приходим, сидят две девчонки и улыбаются. В Китае это так работает как-то. Странно было. А потом что девчонки делали? А мы потом в кино с ними сходили и все, и распрощались. Ну, это уже на следующий день. Ну, ничего типа не было. Ну, вот. Сложная программа была. Она просто, они по-английски говорят, а я по-русски. Ну, и друг мой по-русски. Вот. Мы не нашли общего языка. Ну да. А язык Nets любви. Beat. А язык любви, к сожалению, не пошел. не зашел. Как... Дмитрий Алекс, а у вас какие языки любви? Вы знаете, всего 5 есть. 5 языков любви? Да, это есть. Это типа. 5 языков любви. Вагинальный, клиторальный, вот это или? Нормально. Ну, вообще разделение на вагинальный и клиторальный. Ну или там. Эфемерно. Или это я не про языки любви. Это чуть тогда другое. Какие языки любви? Забота, прикосновение, подарки. А, это-то я знаю. Забота, прикосновение, подарки, смс-ки и проверки. Вы каким пользуетесь чаще? Смс-ки и проверки. Я готова. Я пока просто на таком адреналине, надо дальше. Добро пожаловать на программу «Кекс Просвет». А что, блин, пацаны в чате, что, разве никто не делал какие-то проверки там? Ну, не знаю, я даже... Ну, не проверки, точнее, как это сказать? Блин. Ну, типа, провокационные такие вопросы, знаете, чтобы проверить, типа, про правильность ответа. Я не знаю, как это объяснить. Нет? Бля, ну, значит, я такой долбоёб, получается. Идем дальше. Третий раунд. Дмитрий Алекс, хорошо языками владеете, я так поняла, вы да, сразу да, про да, них заговорили. Да. Ага. Да не, нормально. Я, короче, потом объясню сейчас за проверки отвечал. Нет. Вы думаете, что это как ФСБшник? Я не про это, я вообще про другое говорю. Все, идем дальше. Третий вопрос. Третий раунд. Тася, ты готова? Да. Поехали. Раунд пазл. Здесь представлена звезда Twitch. Дмитрий Ликс. Да, здесь он самый. Его разбирают здесь. И его нужно собрать.
И его нужно собрать. Короче, смотри, суть какая. Фрагменты могут быть изменены, растянуты и искажены. Поэтому прежде чем будешь собирать человека, который будет представлен на фотке, на пазле, внимательно смотри, чтобы... То есть глаз соответствовал глазу, да? Иначе очень часто люди начинают торопиться, и получается много ошибок. И, соответственно, минус 25 секунд. Поспешишь, людей насмешишь. Да, поэтому лучше 10 секунд подумать, чем сразу сходу минус 25 секунд получить. Ты готова, Тась? Yes, of course, cause of yes. Of course, let's go. Let's go. На-на-на. Ты слышала новую песню Слава Марлоу «Человек»? Нет, еще не слышала. Вышла. Недавно. Мне сегодня попросили Гачи ремикс послушать. Да? Угу. Ну, не дослушал, не успел. Вы бесстрашный такой слушать на Твиче? А там нормально все, там, в принципе, без да? запреточек. Скинешь, да? Я тоже послушаю. Да, без проблем. Вот, я тебе скину послушать. А вы свой трек не хотите записать, Дмитрий? А мы записали. С кем? Я, Слава, Строго, Парадеющий кореш. Мы записали, возможно, после этого трека мир музыки вообще перевернется нахрен просто. Вот, ну что, идем? Да. Погнали, третий раунд, пазл. А кто у нас будет сейчас, Дэнни, я даже забыл. А с кем ты песню записывал? А, ё-моё, Саня Парадеич. Разбираем, Танос. Поехали, левый верх. Ага, тогда... Ага, полгубы, значит, 10. Полгубы? А, нет, нет, смотри, левый, зеленый выше, подсвечен. Выше. А, вот зелененький, а, то, что да. Зеленым подсвечено. Да, да. Ага, полбашки, это значит 1. Верно, право. Глаз. Глаз весь есть, поэтому... Или 11, или 5, да? Тебе нужно выбрать. Я думаю... Ага. Блять, они же одинаковые, нет? Нет. 5. Верно, лево. А полгубы 10. Верно, лево-низ. Ага, лево-низ. Нужна шея. Я думаю, что это 9. Так. И или 8, или 3. Я думаю, что 3. Верно, о, без ошибок, Тася, сюда, покчамп. Дагин, спасибо за подписку большое. Слушай, молодец. У тебя хорошие шансы на то, чтобы вывести какую-то сумму. Это прям серьезно, я начинаю волноваться. Не люблю, когда это ставят на... Заявочка на победу? Ну, это такая, да, это заявочка. Не помню этот раунд без ошибок. Да, это, Тася, кстати, все в этом раунде ошибаются, ты прошла без ошибок. Да, да, да. Это прям круто. Это прям круто, поздравляю. Это... Я бы на твоем месте шел... говорили, что ТикТок, знаете, вот как-то влияет на мозговую деятельность. Конечно, я тебе даже больше скажу, что с таким вот подходом ты можешь вообще смело до 7-го раунда дойти, 8 тысяч вообще вы на вывод сразу. Ага, а сколько у меня осталось минут? 681 10. Секунда у тебя, ну это сколько, ага. 10, там чуть больше 10 минут. 11. Угу. Да, так что идем на 4-й раунд, я думаю, не стоит останавливаться, времени полно. А можно посмотреть, да, каждый можно. Раунд можно смотреть? For free, да, бесплатно. А вот сейчас интересный раунд будет. Раунд хуеплет я его называю. Сопоставь спорт и термин из этого спорта, например, да? Дано 6 видов спорта в данном случае, ага. Да, и 6 терминов. И всего 4 правильных пары будет, всего 4. Две а пары, 4? Они ложны. Две пары ложны для отвлечения внимания. Поэтому, соответственно, если будут вопросы, которые ты не знаешь, да, какие-то термины, о которых ты не слышал или не знаешь, чем их сопоставить, надо рисковать, ошибаться, да, методом исключения, но, тем не менее, проходить этот раунд. Ага. Но постарайся в любом случае это сделать за минимальное количество времени. Угу. То есть, если я назову, например, баскетбол и клюшка, то просто мне сразу покажут, да. Что баскетбол — это скам. Покажут, что это неверно, нет. Но это не значит, что баскетбол скам. Возможно, там будет баскетбол и мяч, или кольцо. Баскетбол и кольцо, например, будет. Вот. Да. Ну что, ты готова? Да. Тася, ты вообще не волнуешься? Я прям смотрю, ты спокойная просто максимально. Я очень волнуюсь. Очень волнуюсь. Это хорошо. Это мы любим. Жалко, что мы без пульсометра, да. Потому что вообще это шоу с пульсометром делается. Где и у тебя чем пульс выше, тем быстрее время убавляется. Это вообще прикольно. И ты начинаешь быстрее волноваться, еще быстрее время начинает убавляться, ты быстрее волнуешься, да. И так далее. Это замкнутый круг.
681 секунда, офигеть, 220 секунд, 219 секунд всего, 319 секунд ты всего потратила на 3 раунда. Ну что, посмотрим, как с четвертым справишься. Обычно на нем сложнее. Давайте посмотрим. Да, четвертый Let's go. Раунд четвертый самый раунд. Сложный в игре. Самый сложный. Олово, кремний, сера, золото, свинец, мышьяк. АУ, Н, АС, ПБ, СИ, С. Сопоставь химические элементы с их обозначениями. Кого? Чат спамит изи. Твою ж дивизию. Я химия 0 из 10. Ну, пробуй, пробуй. Ага, хорошо. Свинец, С. Неверно. А может свинца вообще не быть? Может и не быть, а может и быть. Золото. Так. Ау? Ауф! Ау? Верно. Осталось всего лишь 3. Да. Ага. Что-то знакомое есть что-то, но... сера? Си? Нет. Си? Не си. Не си. Олово се? Олово се? Нет. Натолово се? Си, тронал. Сразу видно, сейчас шкалеров все помнят. Пробуй, пробуй. Можем подсказать, свинец тут есть, по-моему, даже, да, я не ошибаюсь. Да? По-моему, свинец да, свинец есть. Есть звонок другу, нет? Ну, мы чуть-чуть подскажем тебе. Свинец, а я си говорила, да? С, а вот свинец си. Не, давай другое что-нибудь попробуй. А, блядь. Это не... Свинец плюмбум. Плюмбум, плюм, ПБ. ПБ. Правильно. Ах, чего бы это? А, хорошо. Так, осталось олово, кремний, сера. Сера, блин, знакомая что-то или незнакомая совсем? Сера, я, кстати, сам не знаю. Но всем, возможно, сера. Кремний. Я, кстати, даже подсказать тебе не могу, я не знаю. Но у тебя осталось не так много. Кремний си? Кремний си? Верно! Последний. А можете подсказать, из какого выбирать? Олово, серый или мышьяк? Все, без подсказок у тебя... Н что-то знакомое. Мышьяк... Н? Кто? Как мышьяк? Н. Нет, блядь, неверно. С. С, верно! А почему мышьяк С? Мышьяк С. У меня была тактика, я должна была все три сказать, и так бы оно исключалось сейчас. Ну, слушай, на самом деле нормально все равно, молодец. Прошла да? раунд, не зная полностью вопросов, ты прошла раунд. Это вот так эти раунды и проходятся, типа здесь немножко везение нужно в том числе, потому что, ну, если знать все вопросы, да, это тогда будет неинтересно, ты просто отвечаешь на них. Конечно. И все. Вот. Ну, на Дине я покажу, что значит не знать все вопросы, потому что там... Там мне кажется, Unreal Дина в любом случае всегда будет выигрыш. Вряд ли. Сегодня вряд ли. Вот. Так, ну что, четвертый раунд. Сколько там уже у нас в кармане? Так, сейчас глянем. А что, я реально могу деньги выиграть? Да. Все в твоих руках. Слушай, ну на пятый раунд надо идти. 3000 рублей. У тебя 400 идем. Секунд еще. Идем? Да, конечно. Я тоже считаю. Давай посмотрим, что за пятый раунд. То есть у меня уже 2000 рублей, на могу сейчас 3 выиграть. Кстати, на пятом раунде обычно почему-то люди переобуваются и говорят, не нахуй. А вы же сказали, четвертый самый сложный. Ну, пятый такой, он пугает всегда почему-то. Погнали. Дим. Да. А, то есть химия вообще не пугала ни разу? Простая, цветная или... Простая. Простая, ты меня видел? Простая. Я видел, говорит. Блин, ну тут простую можно всей назвать. Ну ладно, давай, правила. Поехали. Пятый раунд. Тась, все очень просто. Раунд тонус. Математика.
Математика? Даны цифры в треугольничке, а внизу что нужно с ними сделать? Но здесь довольно простые примеры. Вот. Ага, как у тебя с математикой? Ну, я в лицее КПИ училась. Это КПИ, это... Это математический. А, ну тогда... Главное, ты знаешь, что тут на твоей стороне единственное, что может против тебя сыграть, это волнение. А так, здесь легкие примеры. Ну, действительно легкие. Ну, все. Отлично, я очень рад, что есть человек, который просто сразу... Да, все, изи, погнали. Это очень круто. Сейчас начисляем тебе 400 секунд. Да почему вы воде, ребят? Ровно 400? Ровно 400. Это дофига. Получилось. Ну что, готово? Да. Поехали. Треугольники число внизу, собственно, то, что с ним нужно сделать. Что я буду зачитывать. Сделать? Хорошо. Минус 12. 9. Верно. Умножить на 9. 81. Верно. Плюс 21. 102. Верно. Разделить на 3. А вот это я забыла. Ну. Как делить, боже. А, вот 102 разделить вспоминай. На 3. У тебя есть 370 секунд, чтобы вспомнить. А листочек можно пользовать, не? Да, можешь. Можно? А у меня его нету. У тебя он есть? У тебя его нету. Нормальный майнгейм такой, заранее знал. А... 34. Верно. Плюс 43. А... 77. Верно. Разделить на 7. 11. Верно. Плюс 34. 45. Верно. Дальше. Разделить на 9. Еще? Ну, еще 2 будет таки, да. Разделить на 9. 5. Верно. Плюс 47. 53. Ой, 52. Верно. Умножить на 2. 104. Верно. Минус 88. Если я в заметках пишу, 100 минус 80, 180 минус 16. Верно, умножить на 3. Сейчас. 16 плюс 16, 32. Плюс 16. 32 плюс 16. 8, 48. Верно, плюс 23. Артист, приветствую. 71. Верно. 71 минус 52. 70 минус 51. 71 минус 52. 70 минус 51. Я там свои расчеты. 19. Верно, верно. Я думал, я неправильно читаю. Умножить на 3. 19 умножить на 3? Да. 19. Ага, 20 умножить на 3 минус 3. 57? Верно, плюс 55. 112. Верно. Так. Разделить на 2. 112 разделить на 2. Это... О, бля! 112 разделить на 2. Тихо, главное, они... У тебя 200 секунд остается, времени все меньше и меньше. Надо бы поторопиться. 56. А, подожди, верно. А сколько еще минус тут? 33, типа... все, еще 4 примера. Осталось. А времени так мало, Тась. Хорошо. Так, хорошо. 53 минус 30, это 53 минус 30, это будет 23. Верно. Умножить на 3. Так, 23 плюс 23, это у нас 46, 46 плюс 23, это у нас 69. Верно, плюс 33. 70 плюс 32, это у нас 102.
Верно. Последний. И разделить на 6. Последний пример. 160 секунд. Блять, 102 разделить на 6? Да. А 102 разделить... Блять. А 102 разделить на 6. 102, 6. Сейчас. 102 поделить на 6. А 17. Верно! У меня осталось 2 минуты. У тебя осталось 2 минуты. Я осталось 2 минуты, и я так тебе предлагаю. Слушай, нет, ну круто, меня, круто. В общем, я считала на коврике для мышки. У меня смотрите, он весь теперь минус, ногтями коврик, да. Минус коврик теперь получается. Не, молодец. Если... Кстати, немногие помнят, как считать столбиками и всеми этими делами, и я в том числе. Я вообще не помню, как это делать. А вот серьезно. Для чего длинные ногти? Если мне сейчас... Я не считала в уме просто 5 лет. Но это, кстати, когда не тренируешься, но это на самом деле очень быстро забывается, и вообще это полезно для головы. Я читал книжку, короче, там говорят, что прям нужно считать в голове, потому что иначе потом реально вот все забываешь, и все, и потом только на листочке. Вот, поэтому, ребят, все считаем, будет у нас математический стрим, будем считать как мага. Есть там прикольные приложения, которые это делают, это офигенная тема, на самом деле рекомендую каждому считать. Это также, знаете, как пользоваться, когда ты ездишь за рулем, Тась? Не умею. Ну вот когда научишься, старайся ездить без Яндекс.Карт там, или Google.Карт, да, потому что когда ты ездишь чисто по карте... У меня топографический кретинизм. Это так кажется на самом деле. Просто ты запоминаешь дорогу, когда без карты ты едешь, и ты знаешь, как ехать. А по карте, когда едешь на автомате, ты потом все равно, ну, можешь 10 раз один тот же маршрут проехать, ты не запомнишь его. То есть лучше без карты. Серьезно? Да, лучше посмотреть, запомнить, как ехать, и стараться самому выруливать. Ну, это реально так. Ну что, Тась, остается очень мало времени, я предлагаю на раунд вывод идти. Мы можем посмотреть. Посмотреть. Мы можем посмотреть, но я точно скажу тебе, что ты его не успеешь пройти. А, хорошо. Вот. Прям 100%. Давай посмотрим, давай посмотрим. Дедукция. Дан какой-то факт, например, Норман Ридус в роли Дэрила Диксона, и нужно выбрать, в каком сериале, да? Соответственно, всего будет 4 правильных ответа, да? А, 5, точнее, 5 правильных. 4 вопроса, 4 правильных ответа, да. Собственно, вот и весь раунд. Но 120 секунд тебе на вывод не хватит. Поэтому предлагаю идти сразу на вывод, потому что это отдельный раунд, о котором ты сейчас узнаешь. Гоу. А, хорошо. Погнали. Хорошо. Как у тебя с везением обычно? Хреново. Хреново. Тогда у меня нерадужные перспективы по поводу этого раунда. Давай покажем правила, Дэнни. Ага. Тась, да все просто. Факты. Правда или ложь? Тебе нужно выбрать правду или ложь. Я буду читать вопрос, а ты говоришь правду или ложь. Тебе нужно дать... будет каждый раз по 25 секунд отниматься? Тебе нужно дать 5 за правильных ответов в ряд. Если ты даешь на четвертом, например, варианте неправильный ответ, то все скидывается, и тебе нужно говорить по новой. 5 вопросов. Поэтому постарайся не ошибаться. Да. Сюда. 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 Ты готова, Тась? Да. Погнали. Там нет правильных ответов. Все там есть. Там есть. С Алексеем только один раз случай был. Казус. Ой, ну, ничего. Бывает, бывает. Бывает. Ну что, Тася, let's go. Let's go. Че, поехали? Да. Скам в студии. Скам в студии. Да ладно, это просто обычный раунд, который кто-то, кстати, Дина проходил его 2 раза, я не знаю, каким образом, правда. Плотность населения Сингапура равна 4000 человек на квадратный километр. Правда или ложь? Правда. Неверно. Шакал является родственником собаки. Правда или ложь? Правда. Верно. Изобретателем бумаги являются китайцы. Правда или ложь? Ложь. Неверно. 57 секунд. Если молния ударит в песок, например, на пляже, в этом песке образуются фульгуриты, стеклянные кубики. Правда или ложь? Правда. Неверно. 20 секунд. В 49-м году снег выпал в пустыне Сахара. Правда или ложь? Да. Правда. Неверно. Да, везение у тебя. С везением чутка не повезло, чутка. Но на самом деле, молодец, молодец. Выводи чат. Ты волновалась? Нет, я очень хотела, но надо было играть последний раунд без вывода. Мне кажется, он был бы интереснее.
Ну да, ну видишь, без вывода, собственно, смысл раундов без вывода. Вот. Не, на самом деле, поздравляю, ты круто сыграла. Спасибо тебе большое, без что вывода приняла. Ты бы не вывела деньги. Да, без вывода ты бы не вывела деньги. Спасибо. А, с выводом 100% вывела с выводом, деньги. Ну, почти. Вывод — это способ вывести да, деньги. 90%, 10% на вывод есть. Спасибо, что приняла участие. Модеры, проспамьте, пожалуйста, ссылочку на Тасю. Подписывайтесь, ребят, заходите на стримы. Тася, в общем, ну что, увидимся в стрип-клубе тогда, да? Я так понимаю. Да. Вот, все. А ты когда в Петербург собираешься? На приватик сходим. О, ничего себе. Собираюсь. Ну все, думаю, так, через все. Месяца полтора. О, ну все, ждем в гости. Познакомлю тебя с Ваньком. Пацанчик прикольный есть у нас. А, я думала с девочками. Ну с девочками-то само собой. Вот. Стас Коробкин, привет тебе. Все, Тась, спасибо большое. У нас следующая участница. Все, я вебку твою выключаю. Пока-пока. Чатик, сердечки, ну, пока. Тася. Пока. Так, сейчас я удаляю вебку. А, Тася, отдай Ак, пожалуйста, Максидиру. Да, я просто выйду и сниму, сейчас, да? Погоди, только сейчас, да, только да, я сейчас сниму роль, чтобы... А что там за аватарку? Максидир сказал, какую-то аватарку поставил, я не пойму, что за аватарка. А, кепку, я понял. Так, все, Тась, можешь выходить, в принципе, с Ака. Алло. Все сделано. Дина, привет. Диночка, привет. Прошу прощения, Дина, чуть задержались, но я думаю, что мы успеем. Там такие вопросы будут, что, в принципе, там 3 раундов хватит, 4 максимум. Дим, ты серьезно подготовился как к войне, к моей встрече? Скинь, пожалуйста, вебку. Сейчас скину. Там, в принципе, все быстро будет. Можно на это и так посмотреть. Не, Дин, я могу сказать так. Вопросы готовил не я, поэтому как повезет, честно тебе скажу. А ты мне ВК скинешь? И не я тоже, знаю об этом. Можешь в телеге, если хочешь, я в телеге тоже уже. Да давай ВК. Ой. Все, Рсат, спасибо, но уже порешали вопрос. Максидир, спасибо тебе за АК, выручил, это прям важно было, потому что иначе бы Тася не смогла бы залететь сюда. Все скинула. Чат, чтобы вы понимали, Дима сказал, что уберет раунды, в которых, по его мнению, мне легко. Ну, часы их убрали, и все. Не, Дим, ну в любом случае для затравочки будут и простенькие вопросы, ты же понимаешь. Большой привет из Брянска. Спасибо, Лямзес, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребят, за подписки, кто подписался. Ух, Дина, ты прям подготовилась, я смотрю, сегодня. Я в пижаме. Это пижама? Да, это пижама, классная, правда. А как на голове называется эта штука? Это обруч? Большой привет из Брянска. Да. Чатик, уф. Но все равно тебе не удастся меня заскамить. Я, как это, я ведущий. Когда я ведущий, я не смотрю на внешность. Я исключительно, я погружен в шоу полностью. Так. Кнопки-то кто нажимает? Так, Дэнни, кнопки, смотри, там пальчиками нажимаем. Нажимай, как это, куда договорились, да, заранее. Ребят, так, ребята, Дину на суд, соблазнение этого, соведущего, соблазнение соведущего. Вот, поэтому... В смысле? Я просто в пижаме встала, в душ сходила. Такала-то тролля, и сейчас заскамить меня захочешь. Нет, ничего не выйдет. Так, Дина, ну что, тебе правила нужно рассказывать? Или, в принципе, мне кажется, ты их хорошо знаешь уже? Я все хорошо знаю, Дим. Так, сейчас я запущу, что я у тебя все готово. Антискамерша на вещи. Вообще, Дим, если честно, у меня нет каких-то надежд, ожиданий по поводу сегодняшней игры. Я понимаю, что после того лотоса в новом шоу ты мне точно не дашь выиграть сегодня, так что... Дин, да я... на самом деле нет, я тоже, лотос. Знаешь, я нагнал такую сумбур такой, но по факту вопросы не такие сложные, ты их знаешь. Типа, я думаю, что ты их знаешь. Поэтому если я буду очень волноваться. Прогулю Таси, сложнее? Что? Если сравнить с заданиями, которые были у Таси, сложнее или легче? Ну, скорее всего, посложнее будут. Но не типа посложнее, но в рамках разумного. А сам ты мог бы ответить на эти вопросы в теории, да? Изи вообще. Не сомневалась. Да. Ну что, поехали, первый раунд. Все, я готова, открыла. Ваш предикт сегодня, вы будете заскамлены, Евгений Сима, вряд ли, не думаю. Ну что, первый раунд, сразу идем без правил, зачем нам эти правила, правила все знают. Да ладно, давай покажем, быстренько пройдем просто, чтобы... А, это все раунд сразу у нас, да? Нет, это правило. А, раунд дилемма, Дин. Будет дано слово, да. И нужно будет выбрать 2 факта верных об этом слове. Ну, собственно, и все. Всего 7 вопросов. С Москвой и Питером у Таси, кстати, все правильно ответил. Ну, с Москвой и Питера, да, это было не так сложно, с учетом того, что ты живешь в Петербурге. Вот. Тася-то это было... Ну, кстати, она тоже почти все правильно ответила, с учетом того, что она в Украине живет. Погнали, первый раунд, 200 рублей, изи. Давай.
Сейчас, 1000 секунд тебе начислим, или, может, поменьше, или тебе 1000 хватит. Дим, ты офигел? Может, сразу мне один удар оставишь? Ну, кстати, если бы не зрители, я бы оставил, но они будут писать, что скам и суд, там вот это не хочется, вот эти все, знаешь. Они так будут писать скам и суд. Бюрократии эту не хочется проходить по новой. Дина, ты будешь? Если что, я выучила, когда день светофора. Да. Когда день светофора, сука, как мне писали. 18 августа. А, когда день светофора, уёбок. Скажи мне, день светофора, уёбок. Это было очень жестко. 2 августа. 5-го. Дина, ты будешь меня на суде защищать? Мне не поступало такое предложение. Ну, собственно. Но мне кажется, этого нельзя было бы допустить, Дима. Адвокат должен быть беспристрастен. Так, а мне будет хотеться тебя засадить. За что? Ты два раза заскамила. В смысле, за что засадить? За что? Кстати, да. От меня все... Я буду сам представлять свои интересы, мне посадить. Все, я буду сам. Нужно спрашивать не за что, а куда. Поехали? Вот-вот. Поехали. Первый раунд. Поехали. Просто говори первый, либо второй. Так первый будет. Раунд. Ну, а, вариант. То есть там будет длинное описание, да? Да? Человек. Емкость мозга человека превышает 4 терабайта, емкость мозга человека не превышает 1 терабайта. Давай первое. Верно. Человек приобретает отпечатки пальцев еще в утробе матери, человек приобретает пальцы в возрасте от 3 месяцев. От 3 месяцев. Неверно. Мозг на 50% состоит из воды, мозг на 80% состоит из воды. Спасибо за 100 рублей. 80. Верно. Ногти растут с одинаковой скоростью, быстрее всего ноготь растет на среднем пальце. На среднем? Странно. Первое. Неверно. В теле человека около 60 тысяч километров кровеносных сосудов. В теле человека около 100 тысяч километров кровеносных сосудов. Мерим. Давай 100. Неверно. Кости человека прочнее стали, кости человека прочнее алмаза. Стали. Верно. Большой палец руки и нос разного размера. Большой палец руки такой же длины, что и нос. Разного. Неверно, Дина. НТ. Что ж такое? Там, нет, одинаково. Вот. В смысле? Вот. Нос какое? Вот алло, разного вот размера. Нос вот отсюда идет. Нос вот он. Ребят. Я считаю, это нужно протестовать. Да в смысле? Прислоните большой палец к носу. Ну вот, у меня палец идет, а нос уже закончился. Отлично, сыграно 843. Здорово, идем. Ну, слушай, долго вопросы запрягаем, было. Быстро едем. Вопросы я вообще, я в шоке сам. Спасибо, Люнмикс. Дина, лучшая принцесска, Люнмикс. Спасибо за 100 рублей. Спасибо, Люнмикс. Спасибо. Идем на второй раунд, Дин. Сейчас камбэкнешь, на втором-то все изи. Не, второй, кстати, легкий будет, скорее всего. Да-да. Носу трухлить. За что? Трухлить. Носу трухлить. Поехали, второй раунд. Правила второго раунда. А что так грубо? Я не знаю, рухлить за что вообще? Как кусок металла какой-то. Не, это кусок деревяхи. Кусок старого деревяхи, старого. Я не знаю. Жаль. Озарение. Собственно, дано 5 ассоциаций. Тебе нужно назвать слово, которое представлено в треугольничках буквы, появляются раз в 5 секунд. Ну, вот и все. Это хорошо. Ты, по-моему, проходила такой раунд, если не ошибаюсь. Не-не-не, тогда не было такого. Ну, отлично, значит, попробуешь. Ну, у тебя хороший ассоциативный ряд, ты хорошо в слова. В Элис играешь, я думаю, что без проблем пройдешь. Поехали. Второй раунд. 600 рублей уже на кармашке будет. Шебуршать. Ну, рядышком шебуршать будет. Там сейчас такие слова будут. Нет, кстати, слова обычные вообще. Ну, Дина их точно знает. Ну, правда, слова обычные, вообще обычные. Я же говорю, там все существительные? По-разному, может быть. А, нет, стоп, существительные, да, существительные. Ребят, пак не я составляю, еще раз говорю, если бы я составлял, я бы мог там чего-нибудь изъебнуться, знаете, как-нибудь. Но пак не я составляю, поэтому там все по дефолту. Сейчас будет децентрализация. Ну, кстати, это не такое сложное слово. Поехали. Так с тобой советуются, свин. В смысле свин, чел? Свин! Свин. Центральный Нью-Йоркский триумфальный, широкий. Авеню. Верно. Крупная, дорожная, опасная, страшная. Авария. Верно. Ценный королевский резной молитвенный. Алтарь. Верно. Неприятный, двуличный, бессердечный, подрастающий. Лицемер.
Верно, последнее. Школьный водительский заслуженный красный. Аттестат. Ай, блядь. Вот, ой, и все, видишь, нет. Я один в шоке каждый раз. Что, кого? А вы говорили. Вот и все. Как видишь? Наебанулась. Не нарушай обед. Ребят, я не знаю, вот и все. Покчамп. Сюда. Хорош, Дина, хорош. Хорош. Сейчас будет мой нелюбимый, да? Сейчас Дина, чтобы вы понимали, Дина говорит, а можно раунд пазл заменить на часы? Я говорю, можно и не заменил. Поэтому... Чат, для вас это удивительно, но для меня раунд пазл тяжелый. Поэтому раунд пазл. Кстати, Тася, по-моему, одна из первых. Я не знаю, кто больше не ошибался в раунд пазле. По-моему, все ошибались. Тася ни разу не ошиблась. Посмотрим, удастся ли повторить это Дине. Let's go. Третий раунд. Я думаю, что нет. Я его очень не люблю. Мне не нравится, знаешь, выискивать вот эти мелкие детали, Дим. Они не такие мелкие, как может казаться. Так, правила можно не показывать, да? Ты же знаешь, что делать. Да, конечно. Мы же сейчас про пазл, Дина, говорим. Может быть. А, рекрент, может быть, не ошибался. А, кстати, сейчас рекрент будет у нас, да? Или кто у нас? Не, он уже был. А, рек давно был. Да, рек не был на прошлом. У нас две недели не было выпуска. Кто? Фотка в темноте. В темноте все темное и одно лицо где-нибудь точкой. Ну, посмотрим сейчас. 808, кстати, счастливое число, зеркальное. Это о чем-то говорит тебе? Похоже на наручники, Дим. В которые тебя закуют после суда. Очень смешно, ясно. Хорошо. Хорошо, я понял. Идем. А по-моему, похоже на глаза. Похоже на наручники, которые... Ладно. Пазл. Макривский. О, в клеточку. И в темноте. Какая удобная кофта у Рома. Дина, левый верх. Так, здесь маленький краешек. Вот я, например, не вижу разницы между 11 и 4. 11 и 4, но смотри на волосы и на брови. Разница есть. Вот, я ее не вижу, честно, поэтому мне сложно. Ну, давай 11. Верно. Так, здесь будет щека, шея. Так, нос туда не попадает. Пам-пам-пам, не попадает нос. Это значит 3. Верно. Окей, ой, блин, вот это очень плохо. Это просто ужасно. Так, здесь у нас завязка и кусочек капюшона. Так, завязка. Ё-моё! Подбородка не... Подбородок шея попадает. Маленький кусочек капюшона попадает. Я думаю, что это 9. Верно. Пипец! Тут у нас рукав и маленький краешек завязки, да, идет. Маленький краешек завязки. Или насколько маленький? Блин, а я не знаю, где заканчивается. Сейчас, это у нас не та часть, это точно нет. Ну, это либо 7, либо 10. Давай 7. Верно, и последний. Окей, это правая часть. Она будет такой же длины и завязка, как и слева. Хотя он мог вытянуть ее с одной стороны. Либо 5, либо 1. Вытянул он или нет? Давай предположим, что да, 5. Неверно. Значит, 1. С какой радостью он это сказал? Неверно. Просто такой шарики в небо опустил. Там на самом деле еще в руке была разница, там шире рука была. Вот. Ну что, Дин, хорошо, 673. Что-то сегодня все прям так легко идут. Что-то слишком легкие паки. Да, я не знаю, надо усложнять уже пазл, короче. Ну ладно, давай посмотрим. Ой, я больше 150 потратил на первый раунд. Давай посмотрим, может сейчас 4-й раунд будет там посложнее что-то. Давай сейчас, так. Давай посмотрим. Ты видел, я глазами, мне было очень сложно глазами найти, мне приходилось анализировать, именно разбирать по кусочкам. Ну просто, знаешь, у разных людей там по-разному, кому-то легче это, кому-то это, да, то есть вот, ну, тебе просто сложнее такие вот именно детали выискивать. А ты знаешь, есть болезнь, когда люди вообще не запоминают, не различают лица других людей. Ну да, это есть такое, я слышал, кстати. Термины, относящиеся к игре покер, тебе нужно выбрать 4 правильных термина, то есть будет вопрос, тебе нужно выбрать 4 термина, которые относятся к правильным ответам. 4 из них, соответственно, будет неверно. Если ты выбираешь 3 правильно, одно нет, внизу показано 3 зеленых треугольничка. Соответственно, ты методом проб и ошибок выбираешь в итоге правильно. Ебанский раунд. Раунд уебанский? Уебанский раунд. Но вопросы могут быть те, которые Дина знает. Хотя, ну, я выбрал самое сложное из того, что есть.
Честно скажу. Спасибо. Но это, кстати, раунд плох тем, что на нем можно спустить вообще все удары. Ну да, но если ты... Слушай, я не помню кто, либо Парадейч, либо кто-то, не зная, по-моему, вариант ответа, методом исключения, на самом деле, довольно быстро, там за 4 или за 5 итераций он сделал ответ. Это ну, 4-5, это немало, знаешь. Ну, это всего, это сколько? Это 100, 125 ударов, это не так много. При условии, что у тебя 673 секунды. Ну что, поехали. Чел пишет, Ликс, гаси ее. И за что? О, нифига себе. Ты сам написал это в чат? Нет, чел пишет. Ты же сказал, что не знаешь, какие вопросы. Ах ты, сынок. О, кстати! Нет, чел, ну, Дин, я типа не знаю их, я смотрел, но я не знаю их. Я не помню, что сейчас будет, правда тебе говорю. Вот, давайте посмотрим. Ой, очень интересно. Удачи. Удачи. Открытие арена. Дворец спорта, Мегаспорт, Газпром-арена, Волгоград-арена, ВТБ-арена, ФИШ, стадион 1 мая, Анжи-арена. Стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Роскошный вопрос, я считаю. Ну, кстати, не такой сложный. Газпром-арена... Сейчас, это сейчас размышление. Он серьезно не сложный. А ее как раз строили к чемпионату, да? Так. В Москве точно должна была быть игра, но тут 3 московских стадиона. Ладно, давай попробуем проверить. А ВТБ-арена. Наверняка ее задействовали. Газпром-арена. В Казани наверняка тоже. Казань. И давай Сочи. Два верных. Блин, а Газпром точно был построен к этому моменту? Я без понятия, какие из них верные. А если мы возьмем, например, если возьмем те, на которые я не думаю, давай Волгоград, Каспийск. Открытие и Мегаспорт. Дворец спорта и Мегаспорт. А, два верных. Два? То есть два у нас находятся среди первой четверки и два среди второй четверки. Осталось догадаться, какие. Давай так. Давай Волгоград, Каспийск, ВТБ и Сочи. Два верных. Блин, черт. А неизвестно, два из одной четверки или по одному из одной, или два из другой. Фак! Ну, Дина, попробуй, смотри, попробуй логикой, да, что строилось? Что строилось и что новое, по крайней мере, с этого можешь сходить. Я, кроме строительства Газпром-арены, вообще ничего не знаю. А как же зимние Олимпийские игры? Сочи. ФИШТ. Так это тот самый стадион, я просто да, не материал. Да, это он сам. Давай возьмем Газпром Сочи. ВТБ. И Волгоград. Три верных. Это не ВТБ. Газпром, а? Это не ВТБ. Газпром, Сочи, Волгоград и какой-то из московских открытие. Бам! Верно! Это был сложный вопрос, Дина? Ну, это был вопрос, в котором я не знаю ничего. То есть я просто раскидывала их по четверкам, смотрела, сколько у нас совпало и как-то с этим имела дело. Грубо говоря, там могли бы быть просто XXX, YYY. Ну, и на самом деле, я думал, что даже если не знаешь этот вопрос, ты логикой... Ну, точно два стадиона, я думал, ты скажешь, потому что ты по-любому знала, что... Ну, я думал, что ты знал, что ФИШТ это новый стадион был построен в Сочи, да, там он к зимним Олимпийским играм же строился, да, по-моему, или нет, или не, он даже к футболу, по-моему, строился, и Газпром-арена, ну, ты, собственно, вокруг них начала, а потом что-то вот как-то от ФИШТа ушла, вот, ну, и два те варианта надо было найти только, вот, собственно, ну, на самом деле, все нормально. Кондрат, Егор, спасибо за подписку, вот. Привет, Кондрат, Егор. Не ошибся с вопросом.
Вот. Но на самом деле все равно это не прям такой жестко сложный вопрос был, не прям жестко сложный. Но на нем, да, надо было подумать, и надо было именно методом проб и ошибок просто убирать их. Вот. Открытие арены не принимало чемпионат 2018 года. А кто принимал? Опа, здрасте. А кто принимал? Пошел гулять. А кто принимал? Я понял, пишет я. Да, и Волгограде не принимала, да? Сейчас посмотрим. Все принимало. Такого стадиона в Казани даже нет. Ой, все. Началось. Дина, 379 секунд. Четвертый раунд. Пятый раунд математика. Ну, с этим, я помню, у тебя, по-моему, проблем нет совсем. Поэтому мы смело идем на раунд математику. Ты быренько считаешь и идем на шестой раунд. А там вдруг так седьмой. Ты сказал четвертый или пятый? Не, сейчас уже пятый будет. Математика. А, давай, давай, да. Пятый давай. Математика. Погнали, давай посмотрим правила. Какая сейчас будет математика. Там будут вот такие цифры. Футбола вообще нет. Исход. Треугольник. Самое большое четное число, например. Ты говоришь, вот, там то, что исчезло. Сумма чисел с цифрой 1, соответственно, суммируешь цифры, в которых встречается единица как в первом, так и во втором знаке. Ну, собственно, и все. Смотрите, я буду считать вслух, так что, ну, засчитывайте, пожалуйста, только когда я скажу ответ, а не просто говорю цифры, считая вслух. Хорошо. Ну, хорошо. Я могу говорить ответ такой-то. Давай, хорошо. Давай. Ты готова? Поехали. Да, давай. Блин, Дина уже на опыте, она вообще не волнуется, поэтому и легко. Не, я волнуюсь, что. Волнуюсь, хорошо. Все, взял. Потею сижу. В новую пижамку. В России не было чемпионата мира. 379 секунд начислено. Начинаем. Пятый раунд. Раунд математики. Головача на скам-шоу. Ну, я бы пригласил обязательно. Да, я тебе тоже предлагаю. Перемножить одинаковые числа всех цветов. Одинаковые... числа всех цветов. Их всего тут два. У нас только... А, я вижу только два одинаковых числа. Да. 6 на 6, 36. Ответ верно. 36. Вычесть из самого большого оранжевого числа самое малое розовое. Розовое. 77 минус 12, это 65. Ответ 65. Верно. Самое малое голубое число умножить на самое большое голубое число. 4 на 22, это 88. Верно. Сумма всех оставшихся чисел. Так, 16 плюс 33 это 49, плюс 15 это 59, плюс 5 64, плюс 8 72, ответ 72. Верно. Самое большое голубое число минус самое большое желтое число. Так, голубое 41 минус 13 это 31 минус 3, 28, ответ 28. Верно. Сумма самых малых чисел каждого цвета. Это 5 плюс 16 21 плюс 11 32. Верно. Самое малое желтое число умножить на самое малое голубое. Это 12 умножить на 21. Так, это 200... Сейчас. Это умножить на 10, 210. И еще дважды плюс 42, 252. Верно. Сумма всех оставшихся чисел. 31 плюс 38, 69, 99 плюс 101 плюс 42, 143. Неверно. Так, стоп. Так, давай так, 64 плюс 31 это 95, 95 плюс 38 это 100, 125 плюс 8, 143. В смысле, 143? 125 плюс 8, Дина. Подожди, 69. Нет, все правильно, 125 плюс 8. Я сказала, что... Ладно, неважно. 133. Верно. А 143, да, два раза? Да. Самое большое розовое 140. Число умножить на самое малое голубое. 75 умножить на 6. 450. Неверно. Сколько? Так, подожди. Самое большое розовое умножить на самое малое голубое. Так, 75 на 2. Сейчас. Да подожди. Я 2 не заметила, фак! 75 блин. На 2, да. 150. Верно. Сумма чисел цифры 5. Так.
54 плюс 25, 79. Верно. Сумма всех желтых чисел. 33 плюс 16, 49 плюс 51. Верно. Сумма всех оставшихся чисел. 14, 55, 65 плюс 7, 72. Верно. Молодец. Это коленкой пёзался. Да я слышу, ты не там. Ты как умудрился-то? Да я решил пересесть. Что это за пиздец? В смысле? Ну, это типа норма. Это же нормальное задание было. Ничего. Все просто было. Все просто. Блин, я не заметил эту двойку. 134 секунды. Возраст Ликса. Вряд ли. Ну что, Дина? У нас остается не так много времени, можем посмотреть шестой раунд, чисто глянуть. Я тебе могу сказать тематику шестого раунда. Дэнни, можешь сказать тематику шестого раунда? Тематику? Ту, которую ты выбрал? Да. Ну, которая рандомно выбрал, попалась. Рандомно, да, сейчас. Президенты стран. Ну, правила раунда... Но там, Дина, кстати, раунд, блин, сложный будет. А напомни, пожалуйста, какая... Давай покажем раунд, как выглядит. Там будет вопрос и три варианта ответа. Тебе нужно дать вариант ответа, но мы не скажем, сколько их правильных. Минералы и руды, существующие на Земле, да, и тут может быть как три варианта правильных, так один, так и два. Также и с президентами. Ну, там будет вопрос, типа, кто был президентами такой-то страны, да, и такой-то. Три варианта. А сколько будет вот таких три вопросов? Три вопроса. Три вопроса. Ну, там не, знаешь, не Клинтон, Буш и, да. И сейчас, Байден. Секундочку. Чат, как поступить? Как думаете, как поступить? Хочешь, я тебе накину 100 баллов, и мы пойдем на тот вопрос? Судя по всему, он очень сложный, если Дима хочет накинуть. Сейчас накидываем, плюс 100, идем на вопрос. Для контента. Вывод. Идем? Вывод он скажет. Спасибо за подписку. Ну, чувак. Я так понимаю, что там будут имена, о существовании которых я даже не подозревала, да? Ну, там такие имена чисто, да. Вот я не знал о них, а я фанат был политики в свое время. Мне кажется, что, возможно, ты тоже не всех знаешь. Да, ты был фанатом политики. Ну, я интересовался, да, я, в принципе, шарил более-менее. Плюс 200 на вопрос. Ну, хорошо, давай, плюс 200 на вопрос, гоу. Все, гоу. Ну, давай. Все, let's go. Нам нужно торопиться, я помню, у Дины стрим в 14:30, поэтому мы сейчас быренько заскамим. Да. В смысле заскамим? Ты имел в виду быстренько... Ну, быстренько заскамишь, извиняюсь, перепутал немножечко. Не, ребят, чат, если Дима накинул 200 ударов, значит, там неподъемный абсолютно вопрос. Вытелочка, все подъемно, Дин. Может, ты знаешь это, я же не знаю, может, ты шаришь просто. Реально, ты сейчас просто за 20 ударов пройдешь. Ну, серьезно, может, ты просто на рандоме сейчас чпокнешь и все. Поехали. Давайте попробуем чпокнуть. А, чтобы не запутаться, говори Апостол, имя, за имя и слово «проверка». Я буду проверять. Хорошо, это, хорошо. Поехали. Чпокни на рандоме. Президенты США, президентами США были Адольф Тьер, Джеймсон Мэдисон, Джордж Велла. Дима, ты сам знаешь ответ на этот вопрос? Нет. Так, Адольфа я, наверное, откину. За что? Давай возьмем Джордж Велла и Джеймс. Проверка. Неверно. По-моему, один ответ верный только. Да? А, давай Джеймс, Мэдисон, проверка. Верно. Президентами Франции были... Альберто Фернандес, Дуэйт Эйзенхауэр, Венсан Ореол. Так, первое мимо. Венсан. Венсан, проверка. Верно. Yes. Президентами Аргентинами были. Аргентины были. Маурисио Макри, Франсиско Серано, Карлос Менем. А тут сложнее, потому что здесь нет очевидных имен, которые можно было бы отбросить. Согласен. А, может быть, все трое? Все трое проверка? Неверно. Карлос Маурисио, проверка. Ва-ва-ва. Верно! Опа! Вот это да. Ну, сам добавил, чё. Ну что, Дина, нормально. Пок-чам. Блин, ну, я говорил, что это... Ты знала президентов каких-нибудь этих? Я нет, когда их читал, честно говоря. Я тоже нет.
Это вообще... Я по именам гадала. Это чисто на неймы для меня, вообще не знаю их. То есть понятно, что Адольф это скорее про Германию, чем про США. А Винсан это чисто французское имя. Кто у них там был еще какое-то испанское имя было в подборке, и Эйзенхауэр, ну, не был президентом Франции, так что. Зафармила денег и очков. Ну, в смысле, на самом деле 200 секунд, Дин, ну что, ты будешь за раунд запоминания проходить, или мы на вывод идем? Или ты опять хочешь по полной заскамить? Не, я думаю, что. Сейчас тебя лохадри сразу скажет. Я думаю, что запоминание за СУ брать, потому что на самом деле, Дима, у меня была мысль потренироваться с запоминаниями. Здесь решает именно тренировка. И потом ворваться к тебе. Но я не потренировалась, ты меня внезапно пригласил, поэтому давай попробуем вывести. Нежданчик был, да? Ну ладно, давай попробуем вывести. У тебя же это так получалось хорошо раньше, что в чем проблема сейчас будет? Дэдди, а ты вопрос поставил, с которого я тебе скидывал? А, да. Ну вот, все, отлично. Ну там, поверь, я смотрел, там некоторые были какого цвета снег, вопрос. Не, некоторые да, но там если чуть дальше проходишь уровень, и белый был неправильный ответ. Там есть сложнее. А, спасибо, молодой боженька, спасибо за подписку большое. Ого. Так, посмотри, ого. Сам добавил 200, как бы, сам виноват. Прям. Кондрат, спасибо за подарочный. Ну что, поехали. Давайте. Смотри, добавил, я был умерла на том раунде. Я не знаю вопросов, я дал сайт, где взять вопрос. Что это за сайт, интересно, был? Наверное, сайт из разряда «Правда или ложь.ру». Ну, типа того. Блин, Дим, мне так нравится это шоу. Сайт назывался «Хуй найдешь, где правда». Да не, нормально. Ну, спасибо, спасибо. Очень приятно слышать. А мне очень нравится, когда из него не выводят бабки. Я надеюсь, что сейчас из него не выведу. Да. Ну что? Let's go. Ла-ла-ла. 5 тысяч. Давай, Дэнни, ты большой молодец, вот. Ой-ой-ой, за куда-то. Самое употребительное английское прилагательное good. Правда или ложь? Неверно. Белые медведи во время охоты закрывают лапы нос, чтобы их не заметила жертва. Правда или ложь? Неверно. Тардиграды. Тип микроскопических позвоночников могут выжить в космосе. Кто что? Микроскопический. Ну давай правда. Верно. В мире только одна река, которая берет свое начало у экватора. Правда. Верно. Русский алфавит имеет 10 гласных звуков. Правда или ложь? А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, и краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Ложь. Верно. Каждую минуту Земля пролетает 19 300 километров. Ложь. Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, теряет с мочой около полташки смолы в год. Полчашки смолы в год. Полчашки смолы в год. Давай правда. Верно, 55 секунд. Вопреки всеобщему мнению, у человека нет среднего уха. Правда или ложь? Правда. Неверно. 20 секунд, Дина. Когда куры в пыли купаются, то это к отличной погоде. Что? Привет! Ложь! К дождю. Верно. Джейс Модерн, современная интерпретация танца хип-хоп. 10 секунд, Дина. Правда, ложь. Давай, ложь, ложь. Верно. Дальше. В Африке выпускают карандаши. Правда. Верно. На территории Италии находится три... Быстро, правда, ложь. Правда. И последнее. Да. Блин, стоп. Государство Анклава, подожди, это Сан-Марино. А, два Сан-Марино и Ватикан, да. Их два, а не три. Ну, ты проиграл. Дина, ну это было эпично. Это если бы ты сейчас на последних секундах вывела на рандоме, я бы офигел, честно тебе скажу. Да не на рандоме, я успевал прочесть. Я бы просто это, я бы просто... Вот, кстати, если бы на рандоме, могла бы, кстати, прикинь бы, повезло бы. Куры купаются, бля. Не, есть примета такая, куры в пыли купаются. Это есть прям примета. У меня бабушка говорила, куры в пыли купаются, пизда, сегодня жара будет. Я вам серьезно говорю, так и базарила, так и говорила. Вот. Дим, а в следующем раунде вопрос. Если птица ударилась об окно, это к смерти? Ведь есть такая примета. Кстати, когда птица в окно бьется, это... Когда птица залетает на балкон, это к смерти. Я знаю. Есть такая примета, но, ребят, не верьте мне. Я вчера голубя гонял, весь вечер залетел, падла. Вот. И зеркала тоже можно бить, и ничего с вами не будет, не переживайте. Да, конечно, слышишь, я, конечно, не буду. А вы не верите в приметы вообще, да? Я не верю. Не-не-не, я отвергаю приметы. Вообще не веришь в приметы? Нет, смотри,
Дэнни, да ты, ну, я смотрю, есть... черную кошку не встречала никогда на дороге, да? Я посмотрел. Встречался раз. Есть приметы обоснованные. Например, там птицы летают низко к дождю, ну потому что это связано с давлением, с тем, что мошки опускаются ниже, они просто едят этих мошек ниже. А есть вот такие, типа, зеркало разбил, все, ты умрешь. Ну, блин, то есть зеркало, ты если об кого-то веришь, разбить, да? То, конечно, можно откинуться. Ну, блин, ребята, вы верите в приметы? Давай короткую. В 6 лет я случайно разбил мамино зеркало. Так. Была зима, я в этот же день пошел гулять, я, короче, на льду поскользнулся, пёзнулся об бордюр и сломал нос. Это, ты считаешь, это произошло тебе мама зеркала, такую историю сказала? Это произошло это, один день, да. Это мама сказала такую историю рассказать, потому что мама за зеркало такая, что ты сделал? Нет, я к тому, веришь, что это из-за зеркала или это просто совпадение? Я... Конечно, я думаю, что это совпадение, но вот в одну примету я верю до сих пор, потому что, ну, это очень было больно. Даня, у тебя есть зеркало в доме? А, есть. Можешь разбить? Проверить кое-что надо. Проверить кое-что надо, слышишь? Красная вдова или как там надо говорить? Черная вдова. Зеркало. Проверить кое-что надо, потом расскажу. Сломаем. Надо пиковую даму как-нибудь вызвать. Ладно, Дим, спасибо тебе большое. Спасибо большое тебе за игру. Уложились прям, все, спасибо, ребят, на канал Дины подписывайтесь. Приятно было быть заспамленной. Ссылочка, заспамленный. Ссылочку Дины в чат, было очень круто. И у нас финальный гость. За твоей игрой интереснее наблюдать больше всего. Да, да, Дина профессиональная скам-участница. Так, я вебку вырубил. Хорошей игры, ребята, пока-пока. И мы ждем третьего гостя. Супер Стас. Так, я пойду пока в туалет, коленку здесь? Смажу. Он, вообще он был в чате утром. Интересно, сейчас он здесь? А ты коленку, что ли, ударил? Меня не надо ждать. Стас, привет. Извини, чуть задержались. Я тут уже с утра слежу. Мне станет, будут, мне страшно. Ты ищешь тактики, по которым можно, да, заскамить это шоу? Не, я писал сценарий на рекламу, и параллельно смотрел, и рекламу писал 2 часа из-за тебя, блядь. Что мне было интересно. Слушай, скинешь вебку в Телеграме свою через ОБС Ниндзя? Да, уже скидываю. Все, супер. Дина, не, ну, Дина, ты рядом была. Как тебе выступление Дины и Таси? И не смотрел, или ты в этот момент не смотрел? Алло? Да-да, секунду, сейчас скидываю, да. Где... Ребят, подпишитесь пока в телегу. В телеге сегодня запущу розыгрыш ножичка. Где вы, Дмитрий? Сейчас вот я вас вижу, все скидываю. Розыгрыш ножичка и скину какую-нибудь фоточку вам на затравочку. И также напишу о планах по стримам еще дополнительных. Так что, собственно, подписывайтесь. Плюс я же там писал недавно, что какие планы у меня, грубо говоря, на сентябрь, и что если я какой-то план не делаю, я дарю за каждый пункт невыполненный 100 сабок. Поэтому, ребят, подписывайтесь, там все это есть. Всех жду. Так, Стас, все, вижу твою вебку. Сейчас я ее вставлю. Так, мы смотрим, типа, стрим Рос, сюда? Я ага. Понимаю, да? Да, да, из трансляции. У тебя же доступ, по-моему, есть, поэтому у тебя сюда. Ну, это, кстати, вроде обычное шоу, которое я вроде деньги не теряю, но сердце у меня что-то бьется. Ну, это прикольно. Это же, это, знаешь, это шоу для настроения и чтобы пощекотать. Да нет, какое настроение так? Какое пощекотать нервишки, пощекотать нервишки. Скамят, без смс-регистрации. Вот. Слушай, меня сегодня пытались заскамить, со Сбера звонили. В общем, надо к тебе позвать Масленникова, он умный. Блин, на Масленникова надо какой-то этот полтергейстический пак готовить, наверное, там про какие-нибудь... Да, не-не-не-не-не-не, зачем? Чтобы совсем было, как это... Ну, по нему посложнее, да, надо будет? Ну, да-да-да, он же там золотая медаль, все дела. Да? Да. А, нифига себе, ну там все, там тогда максимально... Это я немножко такой... Ну, слушай, все может быть, потому что, я говорю, вопросы рандомные, так что, может, повезет. Я говорю, я краем глаза видел, я думаю, что большинство вопросов, на самом деле, ну, пусть ты там не будешь их точно знать, но методом проб и ошибок у тебя все получится. Медаль не помогает, проверено, Дина. Ну, все, тогда понятно. У Дины же тоже вроде медаль. А, ну, все нормально, тогда я спокоен. Ну что, Стас, давай тогда сразу перейдем к делу, я расскажу тебе в 2 словах о правилах, и мы начнем. Давай. И мы погрузимся в удивительные 30 минут. Настроения хорошего и позитивного. 7 раундов, Стас. Каждый раунд — это денежная сумма. Вначале, естественно, маленькая. С каждым раундом она увеличивается. Первый раунд ты по-любому заканчиваешь. Остальных раундах ты можешь играть до момента, пока у тебя полностью не кончится время. На все шоу дано 1000 секунд. Каждый неправильный ответ — это минус 25 секунд. Поэтому иногда лучше подумать 10 секунд и дать правильный ответ, чем сразу ошибаться и получать минус 25 секунд.
Паш, привет. Также есть второй момент, что иногда, скорее всего, в раундах там шестом или четвертом тебе нужно будет ошибаться, чтобы методом исключения убрать какие-то варианты. Поэтому, в общем, здесь все как это. Твой это тайм-менеджмент своим временем, да, грамотный. В общем-то и все. И раунд-вывод. Чуть не забыл тебе сказать. Отдельный раунд. Допустим, у тебя 3000 рублей на пятом раунде, у тебя остается 200 секунд. Ты говоришь, я хочу вывести 2000 рублей, и тебе как раз 200 секунд на это должно хватить. Вот. Потому что если у тебя останется 50 секунд, тебе просто-напросто может не ходить, не хватить, так как вывод — это отдельный раунд. Вот и все. Все правила. Go. Я услышал. Ну, давай, поехали. Поехали. Я немножко посмотрел, как говорится, немножко понял. Ну, это и хорошо, знаешь, потому что когда там полностью посмотришь, там еще накрутишь что-то себе, а так вообще на лайте. Сейчас пройдем как по маслу. Поехали. Первый раунд. Начисляем 1000 секунд и летим. Кстати, правила первого раунда. Сначала правила, да. Да. Раунд называется «Разница». Атомная масса какого элемента больше? И дано два варианта. Там, например, литий, магний. Ты отвечаешь, что, например, магний, да? Дальше. Свинец, олово. И так далее. 7 вопросов. Ага, заебись. Ну, естественно, вопрос будет не связан с атомной массой. Это Дэнни, нам нужно сделать, вот, слышишь, легкие вопросы в правилах, чтобы люди не пугались. Я пугался, да. Надо было. Какого вкуса сахара? Да, да, да. Сладкий, горький, все, вот такое. Какого вкуса сала, да? Да. Мне подходит. Ну что, Стас, ты готов? Поехали. Первый раунд. Начисляем 1000 заветных секунд, которые на протяжении всего шоу будут с тобой. Надеюсь, не будет ничего по русскому языку, потому что я украинец. Да нет, русского языка здесь точно не будет. Все слова ты точно знаешь, 100% знаешь. Просто главное их найти и ответить. Пока идет время, хочу передать привет. Вот. Хочу сказать, ребят, кто был на стриме по свояку, вот, если кто-то здесь, кто писал в чат, вот, все хорошо, я так вам благодарен, вот, просто безмерно. Я вот, честно, если бы не вы, я в обморок бы. Да и не о том, а тем, кто писал все хуево. Тоже, как бы, спасибо. Их было меньше, поэтому. Я тебе больше скажу, он был один, просто его пасту стали копировать. Вот. Ну что, полетели. Первый раунд. Поехали. Давай. Все, от души отлегло. У какой из этих известных личностей финансовое состояние больше? Безос, Маск? Безос. Верно. Макс. Марк Цукерберг, Билл Гейтс? Билл Гейтс. Верно. Павел Дуров, Роман Абрамович? Абрамович. Неверно. Ларри Пейдж, Майкл Блумберг? Это кто? Давай, Майкл. Неверно. Уоррен Баффет, Марк Цукерберг? Давай, Марк. Верно. О. Дуэйн Джонсон, Том Круз? Дуэйн. Неверно. Нихуя себе. Я тоже охуел. Бернар Арно, Стив Балмер? Давай, Стив. Неверно. Да ебать. Нормально, нормально. Кстати, я тоже думал, что Джона Джонса больше. Странно, что у Том Круза. Я не знал некоторых имен даже. Кто эти люди? Слушай, ну, Bloomberg, я знаю, как минимум сайт, точно есть агентство Bloomberg. Это с инвестициями, я не знаю, там с инвестициями же они, наверное, работают. Агентство или маркетинговое агентство. Короче, Bloomberg — это очень крутая компания, огромная. Так все, я проиграл. Все, всем спасибо, до свидания. Стас, это только начало. Это только начало. Молоко купишь, 200 рублей выведи. Шаурму, шаурму куплю, какое молоко? Да все норм, типа 862 секунды, это чуть ниже среднего, чуть-чуть там на 20 секунд обычно, потому что где-то 880 секунд завершают этот раунд. Ну просто один, там, ты три раза ошибся, обычно два раза ошибаются. Мне все хорошо слышно там, чатик. Да, все четко. Да, Бернат Арно владеет Луи Вьетон, Хеннесси, все, понял, Паш. Ну я вот Арно слышал, но я не знал, чем он владеет. Блин, надо Пашу позвать. Пашу надо позвать. Чисто про бизнес-пак сделать по скам-шоу. Ну что, Стас, давай посмотрим второй раунд. Я не вижу смысла останавливаться, потому что мы только разогнались. Нет смысла. Цикл раунд называется. Представлен круг, в нем крутится слово. Тебе нужно просто прочитать это слово. Буквы не переставлены. То есть тебе нужно найти первую букву или либо влево, либо вправо прочитать от него слово. Все. Ага. Переставлять ничего местами не надо. Ага. Давай. Давай. А может быть существительное, глагол прилагательное. За что? Скам меня. Поехали. Второй раунд. Начисляем тебе 862 секунды. А за что вы Фубуке тайм-аут дали? Или что там?
Что за шухер в чате? Суета. Чисто суета. Сейчас 862. Пока начисляется время, можно как это сосредоточиться, немножко набраться сил перед раундом. Ну и все, мы готовы. Погнали. Первое слово. Ну, кстати, вот это слово, ну, надеюсь, гонор. Ты его знаешь. Да, ты его знаешь. Верно. Ананас. Верно. Платный. Верно. Хорош. Лунатик. Верно. Еще три слова. Кубометр. Верно. Я думаю, что сейчас. Знаешь. Блин. Медовуха. Верно. И последнее слово. Блин, так. Ой, тут сложно. Сложно, но знаешь, скорее всего. Блин. Блат цифер. А, циферблат. Да. Верно. Все. Фух. Сюда 789 секунд остается. Слушай, справился довольно быстро. За 80 секунд там плюс-минус. Еще что-то циферблат не читался, это типа Влад Цифер назвал. Я такой, подожди, это я что, типа, ну не может быть. И тут такой циферблат. Знаешь, что я понял в этих шоу, самое главное? Главное закрывать чат, потому что соблазн есть, это раз. Во-вторых, чтобы тебя в чате не заходит. Потому что только зрение уводишь, я видел это некоторых участников. И сразу тебя нахуй шпрехают в чате, просто ты, тебя. Стас, мышь, не крыса, дай блядь. Бог в математике где-то ошибиться, там все пиздец будет. Нет, это там чатик, извините, сразу я ем, они не умные, сразу говорю. Да не, нормально. Они любя, они никто. Я искренне уверен, что у меня чат, если, знаешь, если рофлит там так подхуесосивает, назовем это так, то только там с добрыми побуждениями, без агрессии, знаешь, как там без жесткой. Вот, поэтому надеюсь, это так. Если там хейтеры одни, то, ребят, в City Skylines я построю бомжатский район, будете там находиться. Понятно, кто на агрече. Опа! Вот так. Давай посмотрим третий раунд, пока идем хорошо. Это спешл СВЧ раунд. Пазл. Представлена звезда Твича. Ее разбирают. Вот, и нужно собрать. Ну, Стас, здесь еще раз повторюсь: фрагменты могут быть изменены, искажены и растянуты. Поэтому внимательно смотри, чтобы все соотносилось. Это важно. Вот, потому что бывает, что на скорости выбираешь ответ, а там нос не стыкуется, или волосы, или глаза. Буду поэтому думать, просто кого мне внимать дадут сейчас. А сейчас узнаем, дадут. Я не помню. Обычно участники предыдущих выпусков, да, то есть, соответственно, в следующем выпуске будешь ты, Тася и Дина. А вот в предыдущем, поскольку он был давно, я не помню, кто был, вот сейчас узнаем. И сейчас небо дают мне, да? Собирай небо. Посмотрим. Просто собери небо синее. Блин, кстати, самый тилт это в пазлах. Вы же пазлы, наверное, все собирали когда-нибудь. Собирать небо. Меня так это бесит. Кто вообще гений, который придумывает небо собирать в пазлах? Сейчас, секундочку. Я не знаю. Я, говорят. Ну, это серьезно, это жизнь, это жесть. Не, был случай, когда мы снимали ролик, кто больше похудеет, и мне, типа, нужно было какие-то активности придумать, пока я в квартире худею. Я думаю, ну ладно, типа, пазл соберу, это ж быстренько, по приколу. Блин, вот 4 часа собирали, мы себя почувствовали, не знаю, кем. Да пазлы, это говорю, это фулл тилт, это реально ты собираешь там и ковыряешь их, я не знаю, особенно если большой пазл, это забей. Это нереально. Третий раунд, Стас. Пазл. Угу. Как раз мы сейчас посмотрим. Но здесь не столько фрагментов, как в обычном. Здесь не тысяча, их всего 12 штук. А правильных, по-моему, всего 6, да? 5. 5 даже. Сейчас охуенная активность для похудения. Это Юечка. Так. Разобрали Юечку. Возьмем. Так. Спасибо, Инстик. Скоро, на следующей недельке сделаем. Лево-вверх. Лево-вверх. Так, это 2, 5 и 8. Что же у нас там? Там не видно глаза. Раз. Это 5. Верно, вот, верно. Так, там точно с без глаз. Так,
Один или десять. Один или десять. Там у нас идет нос и кусочек глаза. Это один. Верно. Так, подбородок, подбородок. Где у нас все подбородки? У нас есть там... Блин, за шестеркой не видно, что-то этот кусочек закрыт. Так. Ну там идет... Это, походу, если не ошибаюсь, девять. Верно. Лево-низ. Теперь лево-низ. Так, 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 так. У нас лево-низ. У нас идет... Так. Это у нас... Сейчас дыши. Да-да-да. Одиннадцать, одиннадцать. Одиннадцать. Неверно. Блин. Так. Подожди. Сложно тут, конечно. Ты можешь просто ошибиться лишний раз. Не страшно. Есть. И последний вариант. Есть. И последний вариант у нас 12. Верно. Хорош. Хорош. Ух. Поздравляю. 661 секунда осталось. И три раунда позади. И сейчас четвертый решающий раунд. В каком плане он решающий? На нем чаще всего оставляют очень много секунд. И если на нем у тебя будет потрачено много времени, то дальше, соответственно, там плюс один, там два раунда, скорее всего, ты еще успеешь пройти. Если ты этот раунд пройдешь быстро, то есть шанс, что ты пройдешь 8 раундов, и мы уйдем на вывод с хорошим временем. Идеально. Давай посмотрим. Знаешь, план звучит в мечтах, хорошо, да? Мечтах таких больших у меня это такой план. План звучит хорошо. Давай посмотрим, что будет по факту. Четвертый раунд. Правила, пожалуйста, в студию. Раунд называется «Хаос». Представь, ну, на примере, города, часовой пояс. Представлено 6 городов, тебе нужно выставить по порядку часовой пояс от 0 до плюс 6 МСК. Это просто сложный пример. У тебя будет, естественно, другое задание, но главная суть в том, что что-то тебе нужно будет выставить в хронологическом порядке. Либо это дата выхода частей там фильма какого-то, либо еще что-то и так далее. 2000 рублей. Идем на 2000 рублей. Поехали, Дэнни. Четвертый раунд. Раунд «Хаос». Жух. Так. Стас, кстати, очень многие говорят, что вот это сердце похоже не на сердце, а на анус. Не знаю, мне похоже. А я говорю, что вот кто выводит деньги, для того это сердечко, а кто нет, для того это анус. Вот. Поэтому сейчас узнаю, что это будет. Мы готовы начинать. Четвертый раунд. Фух, удачи. Диман, ты свой анус видел? А что, акробат, что ли? Всемирно известные статуи. Порядок высоты. Родина-мать в Волгограде. Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Статуя Единства в Индии. Сендай Дайканон в Японии. Статуя Свободы в Нью-Йорке. Статуя Чингисхана в Улан-Баторе. От низкой к высокой. Ебать. Вы чё? Родина-мать, статуя Христа, Рио-де-Жанейро, статуя Единства в Индии, Сендай, Дескон, Япония, статуя Свободы в Нью-Йорке, статуя Чингис... Самая низкая или самая узкая, или как мы говорим? Низкой, самая низкая, начинаем с самой низкой. Самая низкая. Давайте самая низкая. Ну, посмотрим, что у нас. Родина-мать вроде высокая, статуя Свободы... Давай начнем. Сендай, низкая. Сендай, Дескон, неверно. Нет. Значит, хорошо. Статуя Единства в Индии, статуя Чингисхана... Статуя Единства. Неверно. Бля, пиздец. Статуя Христа Искупителя. Так, статуя Христа Искупителя. Родина Мать, статуя Свободы, статуя... Пробуй ошибаться, это нормально, типа... Родина Мать. Неверно. То есть нам остается статуя Христа, статуя Свободы и статуя... Еще Чингисхан у тебя остается. Давай статуя Чингисхана. Неверно. Да ёба. Ну и то остается... Блин, не кажется, что «Статуя Свободы» самая маленькая. Не, ну это скамерский раунд, 100%, я не ебу. У тебя еще много времени, 470 секунд. Я только знаю «Родину Мать» и «Статуя Свободы». Ну, «Статуя Свободы» не может быть. Давай «Статуя Христа», давай «Искупителя», ё-моё. Верно. Фух, нихуя себе. Так, так. Ну, прощаемся на этом раунде. Нормально, нормально. Следующая по высоте у нас... Это Чингисхана, «Родина Мать». Мне кажется, все хочется Сендай поставить. Сендай? Сендай? Да. Неверно. Кто у нас еще? Статуя Единства, давайте. Неверно. Да ёб.
Ну это вообще невозможно. Статуя свободы, статуя Чингисхана, Родина Мать, но она же вроде в Волгограде, я знаю, типа. Давай Родина Мать. Неверно. Чингисхан. Верно. Есть. Чингисхан, Родина Мать, статуя единства. Давайте следующая, статуя единства. Неверно. Статуя свободы. Верно. Есть. Статуя Сендай. Неверно. Волгоград. Верно. Так, ну надо может... угадать, статуя. Давай сейчас единство. Ну, тогда Сендай и да. Единство. Блин, ну... Нихуя себе! Сколько ребят, потратил, ну, типа, блядь, ну просто, жестко. Ну не фарс, Стас, ты не попадал прям, понял? Ты вот, ты перечислял варианты да. 4 и не попадал. Ну такое тоже бывает, я типа не... Как я могу это законтрить? Ничего, это очень сложно, но это не легкий это вопрос. Очень сложный раунд. Это честно, очень я не знал, раунд. Я думал, что свобода большая самая, она вообще ни хрена не самая большая. Вот, это тут сложный что, раунд. Ну, Стас, ты его прошел, невозможно. На самом деле, ты его прошел, и у тебя 244 секунды, и, блин, это, ну, это типа норм, это четвертый раунд, я говорю, это самый сложный раунд. За что суд, ребята? Ну, Стас не попадал, типа, ну, он вот перечислял, и а он за что суд, за что суд? Я не знаю, они хотят на суд меня, зачем-то все. А просто, наверное, тебя хотят просто так на суд, да? Теперь тебя кормить бесплатно не будет. Да, ты завтра приезжаешь, можешь мне даже не звонить, я не приеду. Да, довольно. Да причем, да нет, ну просто, ребят, ну это типа это рандомные вопросы, здесь отчасти везение, это здесь отчасти везение, невозможно все знать, тем более да, вот это, да. Это я вообще не знал. Но здесь играет еще везение, когда ты типа пикнул и хоп, повезло, например, первую. Так бы осталось больше времени. Но в любом случае время есть, и я предлагаю Стасу пойти на пятый раунд. Стас, у тебя как с математикой? Ну, я только что пробовал себя в этом вопросе. Вроде нормально. Умножаю плохо, наверное. Плюсую, минусую. Давайте пойдем на пятый. Ну, попробуем. Сейчас давай плюсанем. Я думаю, что заплюсуем по-любому этот раунд. Раунд называется «Фокус». Смотри, здесь число в треугольнике. Внизу будет прямоугольничек какого-то цвета и число. И тебе нужно будет соотнести, соответственно, красный, например, это плюс будет. Желтый – минус, да? Розовый умножить. Тебе нужно будет делать это действие с числом в треугольнике. Вот и все. Понял? Ну я тебе сейчас покажу как. Это не сложно. Давай, не, без проблем, давай. Да, я думаю, ты понял. Уже я примерно понял. Да, да, просто главное соотносить, какое действие нужно сделать числом верно, и все. Угу. Понял. Конечно, понял. После высоты, блядь, статы уже ничего. Уже все изи. Уже можно, пожалуйста, скамшоу закончить? Я уже... Ой, тебе не достался еще день светофора? Да, день светофора тут был, кстати, мне челы писали. Я слышал день светофора. Слышал, когда день светофора у ёбок мне писали? Статуя свободы выше, чем Родина Мать, загугли. Намыло его. Да чел, в смысле статуя свободы выше, чем Родина Мать? Надо проверять, я же говорю, вопрос не я составляю. О, все. Вот, это фейк может быть, они постоянно закидывают что-то. Статуя свободы выше, чем... Откуда знать размеры статуи, он что, архитектор? Да чел, в смысле, а как вопросы делать? Как еще вопросы делать? Интересный вопрос, я считаю, и Стас не справился. Ну по натуре, мне кажется, этот вопрос, ну, был, ну, типа, по моему мнению, если вот спрашивать, если бы спросили сложность... Ну, это сложность, типа, последних, предпоследних раундов. Это если был это был третий, но, честно, такое ощущение, как будто, ну, реально, ты хотел оставить меня в дураках. Нет, а видишь, здесь в том-то и прикол этого шоу, что здесь нету такого, что чем выше раунд, тем сложнее это, да? Только здесь первые три раунда, они легкие, а дальше все вообще рандомно. То есть люди бывают на четвертом вопросе вообще все время там уходили. Ты говоришь, первые три раунда легкие, говорит. Но они легкие, они знаешь почему легкие? Они легкие, знаешь почему? Потому что они типа пазл, да? Ну ты там сколько, ну там по-любому соберешь, да? Это визуально, там ничего знать не надо, грубо говоря, ничего там вспоминать. Потом второй раунд это просто число прочитать. Да, слово составить. А первый раунд у тебя всего 7 вопросов. Даже если все неверно дашь, ты пройдешь. Поэтому и легче. А дальше уже начинается именно вот это свободное художество, и оно, конечно, тяжелое. Давай, художник, погнали. Поехали. Фух. Пятый раунд, математика. Так вот в голос говорит, чтобы себя не запутать. Так, плюс 18 тут у нас здесь, выходит 31. Верно. Так, минус 33. Верно. Так, поделить 30, 13. Верно. 6 умножить на 12, 72. Верно. 22 плюс это у нас выходит 71. Верно. 103 минус это у нас 70. Верно.
23 это 69. Верно. 32 плюс это у нас будет 55. Верно. 95 минус это у нас выходит 45, 45, 45, 36. Верно. 96 поделить на 8. Так, сложно, сложно. Так, так, так. На 10. На 10 это будет. Блять. 8, 8, 68. 10, 80. 12. Верно. О, угадал. 11. Не. Верно, верно. 49 плюс 49 будет 8, так, 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 98. Верно. 112, 12, 12 это 12 еще минус 12, 88. Верно. 18 плюс это у нас будет 24. Верно. И 3 плюс это 11. Верно. 11 умножить на 11 будет... 110, 111. Неверно? Пап, подожди, 11 это 110 умножить 110, 122. Неверно? Подожди, подожди, 10, 110, рядом, 110 так. Плюс 110 плюс, плюс 11. 110, 110 плюс 1, 121. Да, верно. Так я же говорил, 122 это 122 сказал. 66 плюс, 122, 66 плюс 66 это будет 120, 120, 122. О, не-не, подожди, подожди, 120, 132. Верно. Все, последний. 400, так, это значит 344, 340, 320, 321. Верно. Все, браво. Что там, неправильно засчитал, что ли? Не-не, там было 111, а потом ты сказал 122. Ой, 100, да, 122, вот, ты чуть-чуть, ну, видимо, самое, оговорился. Ну да, ну мы приняли. Я тебе сейчас накину баллов, там, если статуя свободы действительно... Верни 200 баллов, ну 200 я могу вернуть за ошибку, надо, я согласен, чё, хорошо. Чё там, в смысле, ну там статуя свободы там оказалась чуть ниже, чем статуя родины мати. За скамер, ну это скам-шоу. Плюс 200, хорошо, ребята, плюс 200, хорошо. Вот, плюс 200. Вот. Ну бывает такое, ну говорю, не я вопрос составляю, могут быть ошибки, так что тут уж меня судить не надо. Вот. А меня тоже. Согласен. Чел, который... А кого судить? Кого на суд? Вот как всегда, знаешь, как это, как в России накосячили, а судить, блядь, некому, да? Кто виноват, блядь? А хуй его знает? Ребят, не знаю, откуда вопросы, проснулся, Google диск, все, вопросы есть. Кренч, спасибо за размещение. На Твиче сейчас нельзя косячить, Дмитрий Ликс. Сейчас есть суд. Согласен. Так меня уже вызвали, мне, в принципе, уже, слышишь, терять нечего. Я либо по полной уеду... А меня, да, я не знаю, сам говорю, проснулся у меня. Ну, там дело, почте. Наверное, на томов 10, да? Да нет, там ерунда по мелочи. Там по мелочи. А, там было 88 разделить на 11 там было? Да, 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 там все правильно сказал. А, нет, или что? Да, короче, нормально все. 200 баллов, Стас, мы тебя накинули за косяк. 251 удар у тебя сейчас. И... При таком раскладе есть смысл пойти на шестой раунд, потому что шестой раунд... А что чатик советует? Я видел, чатик часто советует. Они всегда пишут, выводи даже, ты можешь открыть чат, они всегда пишут, Стас, выводи. Вот чат послушаешь и... А покажи мне раунды, покажи мне раунды. Давай посмотрим раунд, конечно, я тоже думаю, что лучше посмотреть. Какой раунд? А последний? Сейчас. Реально выводи, он скамит. Таблицу хочу посмотреть. Ребят, как можно заскамить, если... нет никаких взносов в игру. Как это? Да, это невозможно заскамить. Скам это когда... Кстати, для участия, мне кажется, в будущем, если проект разовьется, можно будет это самое, взносы принимать. А, то есть у меня уже 3000 рублей есть, да? Ну, не, идем дальше. Ну, они есть, как бы, и еще нету, их вывести надо. Не, я просто говорю, что... Уже, ну, вообще, типа, да, можно сказать, что они твои. В уме мы держим 3000 рублей. В уме 3000, да. В уме 3000. Вот, по факту посмотрим, что будет. А, раунд шестой, давайте посмотрим раунд шестой. Давайте посмотрим. А, сейчас, там... Скажи, первый или второй? Видимо, Дэнни пишет сейчас. Давай первый. Первый? Да. Только надеюсь, больше математики не будет, а то мне очень сложно. Нет, кстати, сейчас Стас, твоя будет, как это, твоя сфера, так назовем. Ну, ты должен в этом разбираться. Мне кажется, что ты в этом разбираешься. Ты бухаешь, Стас? Нет, я никогда не пил алкоголь.
Короче, раунд какой? Норман Ридус в роли Дэрила Диксона. И, например, тебе нужно будет выбрать. Да, это Walking Dead. Дальше. Он избавит вас от нечисти за горстку чеканных монет. Это Ведьмак и так далее. Всего 4 правильных ответа нужно дать. 4 вопроса. Да, будет всего 4 вопроса. Главное не ошибаться. Вот. Я просто подумал, что ты, типа, ну, разбираешься в алкогольных коктейлях, поскольку ты и в еде разбираешься. Давайте алкоголь не будем, но, типа, я вообще не разбираюсь, я не знаю. Прям вообще, ну, уже... Да, я только знаю, виски с колой только знаю. Ну, там можно догадаться будет, там можно догадаться, на самом деле. Ну, там, правда, не сложно. Ну, тут уже, тут суд точно будет тогда. Суд будет. В жизни, я тебя в жизни проведу. Осуждаю, я не поеду в Москву завтра. Так суд в жизни, а в чем плохо? Суд в жизни. Суд и обоссуд, да? Не, это уже лишнее. Поехали, 6-й раунд. Он фудблогер, как он должен разбираться в алкоголе? Ребят, в таком так алкоголе, который никогда будет... Никогда не пробовал алкоголь никогда. Когда, вот про тот алкоголь, который будет, Стас, ты точно знаешь. Ну, это, блин, в кино постоянно даже слышишь об этом. Угу, да-да-да, кстати. Поехали. 3, 2, 1. Let's go. Лонг-Айленд, кровавая Мэри, Куба Либре, секс на пляже, мохито, пина колада, космополитен. Коктейль на основе рома и кока-колы. Лонг-Айленд. Неверно. Не, подожди. Ну видишь, уже типа ты говоришь, тогда Куба Либре. Верно. Традиционный карибский алкогольный коктейль на основе светлого рома с кокосовым молоком и ананасовым соком. Пина колада. Верно. Алкогольный коктейль, содержащий водку, персиковый ликер, апельсиновый и клюквенный сок. Это точно не кровавая Мэри, это точно не мохито, это лухара, секс на пляже, содержащий водку, это значит Лонг-Айленд. Неверно. Но остается только космополитом. Неверно и... Секс на пляже. Да, верно. Популярный коктейль на основе водки, джина, текилы и рома. Водки... Ну, водки... Это Космополитен или Лонг-Айленд? Давай Космополитен. Неверно. Блядь, ну Лонг-Айленд. Верно. Стас прям пикает, вот-вот. Не везет прям, знаешь. Ну, потому что я не разбираюсь с них. Это самый популярный, конечно, выбрал мохито. От них отталкиваюсь, конечно, потому что я не ебу, что такое Космополитен и что туда идет. Ну, надо было догадаться, что он легкий для девочек, что туда что-то легче идет, что туда водка не может идти. Что будет, ребят. Но Лонг-Айленд... Не, я к тому, что, знаешь, ты еще, типа, ну, когда у тебя там, допустим, ты не знаешь ответ, ты пикаешь, да, и пикаешь неправильный, понял? То есть, хотя там 50 на 50, то есть тебе вот в этом не фартит еще немножко. Если бы фартило, на самом деле, ну, больше бы секунд оставалось. Но вот сейчас будет интересно то, что у тебя 91 секунда, и тебе нужно идти на раунд-вывод. А раунд-вывод — это правда или ложь. Где как раз, если ты не знаешь, а там, скорее всего, будут вопросы, которые, ну, не, просто не контрятся, да, выбирать просто на рандом, правда или ложь. Вот мне интересно, как ты сейчас будешь попадать. Вот, давай посмотрим правила, правда или ложь. Ну, я, да, я видел. Не, ну тут точно скамерское шоу. Просто выбора почти нет. Я просто в тупике. Светофор пригласите. Это то, что я сейчас угадаю 5 из 5 и забираю 5000 рублей. Вот, смотри, будет какой-то вопрос, и нужно сказать, правда или ложь. И дать 5 верных ответов в ряд. Если ты ошибаешься на 4-м, на 3-м, на 2-м, на 5-м, у тебя все скидывается, и нужно заново давать 5 ответов. У тебя 91 секунда. А время не сужается? Смотри, 91 секунда за каждый неправильный ответ, минус 25 секунд. Ты ошибиться можешь раза 2 максимум, Стас, поэтому... Ну, погнали, вывод. Ну, что уже, шоу. Погнали, шоу, да, шоу, делаем шоу, let's go. Полетели, полетели. Надеюсь, я сейчас буду знать 5 из 5, и я заскамлю этого... Давай посмотрим. Я не знаю, что будут за вопросы, правда тебе скажу. 91 секунда твоя, поехали. В прошлом выпуске двое из трех вывели, работа над ошибками прошла успешно. Паук может питаться своей паутиной, правда или ложь? Неверно. Для окраски стекла используют оксиды металлов. Ложь. Это правда, наверное, да? Глаз наполнен воздухом, правда или ложь? Ложь. Верно. Чем человек старше, тем быстрее летит время, правда или ложь? Ложь. Неверно. Пизда какая-то, я рот ебал твой вот этот, правду или ложь, нахуй. Можно, пожалуйста? Дай мне
можно купить секунды? Давай, давай, давай еще, давай еще 100 секунд. Сможем, да, дадеб сделать. Давайте дадеб сделаем. Дадеб можно сделать? У вас же дадеб. 50, сколько там? Чатик, напишите, сколько секунд можно дать. Классный научный факт. Диман, а что за хуйня с последним вопросом? Ваня, ну кажется, что время быстрее летит, когда стареешь. А, охуенно кажется. Спасибо, Ваня, что зацепился. Ну, по факту время одинаково летит. Но когда старше становишься, да, оно быстрее кажется. Это психологически кажется так. Да, это психологический факт. Ну, дадеп сделаем, дадеп. Ну, это какой-то тип... А можно в следующий раз без вот этих, типа, может быть, вопросы должны быть все-таки точные, а то, типа, ну, типа, время же, по идее, летит по-одинаково, это только психологически, и мне кажется, доказано очень сомнительно. Я сейчас подниму научные статьи, можете меня звать Душнило сейчас, но мне кажется, что там будет спорный ответ. Спасибо, Ваня, Ваня, спасибо. Вообще, я тебя накормлю мясом в Москве, а этого старого, блядь. Стас, я сделал дадеп. Я сделал дадеп, да? Соточка, да, дадеп. Карту скинешь потом? Со своего, слышишь, со своего, так сказать, вычел это, со своего времени, вычел в твое время 100 секунд, поэтому давай попробуем. На мясо за что? Это психологический факт, у этого есть объяснение. Ну, я говорю, все можно объяснить красиво. Особенно что в суде. Особенно в суде, особенно в суде. Можно так застелить красиво. Я адвоката представляю, нет, который будет защищать. Он такой с документацией приходит, говорит, ну психологически, вот смотрите, время бежит быстрее. У меня, Стас, на суд такой там есть вообще план, это вообще, я, как бы, там не проигрывается история. А, поехали, 100 секунд есть, раунд вывод. Вторая попытка. Да. Человеческий мозг перестает расти после 35 лет, правда или ложь? Ложь. Верно. В Японии на острове Хоккайдо существует музей снежинок. Правда или ложь? Правда. Верно. Среди живых языков самым близкородственным английскому является фриски. Правда или ложь? Правда. Верно. Летучие мыши умеют принимать радиосигналы. Правда или ложь? Ложь. Верно. Внимание, отвечаешь правильно, выводишь. Самый высокий из потухших вулканов на Земле – Аконкагуа, находящийся в Исландии. Так, 65 секунд. Один, ложь или правда? Так, самый высокий из потухшего вулкана на Земле, Аконкагуа, находится в Исландии. Чатик, надеюсь, вы меня простите. Правда. Неверно! Стоп, Макдональдс продает больше всего игрушек в мире. Ложь? Нет, правда. Правда, правда. Правда, правда. Стас, нужно быстро отвечать, 15 секунд. Электрон больше атома, правда или ложь? Ложь. Верно, страусиное яйцо является самым большим в мире, правда, ложь? Правда. 8 секунд. Верно, два вопроса, быстро. Христофор Колумб доказал, что Земля имеет форму шара, правда, ложь? 4 секунды. Ложь. Ложь. И последний, правда, ложь? Ложь. Ложь. Это был правильный ответ? Сейчас узнаем. Давай, у меня сердечко-то бьется, и блядь! Ну, время-то кончилось. Какой вопрос был? Чат, вопрос какой был? Я не помню, какой вопрос был, я не помню. Сейчас там клипы глянут. Ноль единственное из существующих чисел? Сейчас, ребяточки, сейчас. Алло? Ты сказал ложь. Нет, он успел. Он сказал ложь, типа, пока мы нажимаем, это проходит время, он успел. Главное, чтобы понять, это верно или нет. Ты сказал ложь, да? Да. Ложь. Нет, это правда. Это правда. Но это было охуенно. Блять, это было. Это было охуенно. Он успел сказать, но... Ну, с Макдональдсом вы спалились. Я там говорю, фух. Это было жестко. Я почти вывел чатик. Ну, ты два раза почти вывел, на самом деле. Это, блин, ну это круто. Я думал, что все уже вот-вот, и два раза в конце, ну, чуть-чуть не повезло. Да, спасибо тебе большое, блин, очень круто, крутые эмоции, я надеюсь, тебе понравилось все, несмотря на то, что там вывести не получилось, но почти у всех не получается, это нормально, только у Дины получается, ну и то сегодня у нее не вышло. Ребят, ссылочку на канал Стаса, пожалуйста, Twitch TV Super Stas 2, а первый занят? Вообще мне пока не дают поменять, я вот все разговариваю с поддержкой, ни первый, ни просто пока нету. Я понял. Собственно, подписывайтесь, заходите, у Стаса свой Rust сервер, да, насколько я знаю. И там всякие, да, у нас скоро будет. Мы будем скоро делать гладиаторские бои, так что и голодные игры. Так что скоро я вас позову. Все, супер. Спасибо большое. Стас, спасибо большое тебе. Спасибо, увидимся в Москве. Ты же будешь, да, в воскресенье?
Я, наверное, мы все-таки, наверное, встретиться сможем только вечером. Я завтра, у меня все-таки съемка ролика одного очень интересного. Вот, так что если вы напишите, во сколько вы будете уезжать, я бы хотел бы собрались бы где-нибудь. Давай, хорошо. Ужинали. Хорошо, тогда все, на связи, завтра. Стас. Все, пока, до пока. Завтра. Спасибо, что пока. Пришел. Ну что, ребят, как вам сегодняшний выпуск? Вам понравилось? Да, очень классно. Пошли КС рофлостаком. Пойдем, сыграем одну, успеем. Погнали. Ванечка, как ты?